Уютное кафе на Пушкина открылось всего пару лет назад, как раз в период санкций. Но ситуация не напугала. Здесь команда увидела лишь возможности. Руководство нашло надежного белорусского поставщика и обжарщика. Партнер закупает ароматные зерна в разных странах мира – Бразилии, Эфиопии, Кении, Бурунди и Колумбии. Никаких ограничений и сбоев в заказах нет. Раф здесь готовят на основе арабики и робусты. Сливочный вкус заметно бодрит. По желанию добавляют подсолнечную халву. Кстати, лакомство заказывают у красного пищевика. Посетителям предлагают как классическое меню – эспрессо, американо, латте, флэт-уайт, так и для любителей необычное – какао с маршмеллоу, фраппе микс и капучино декаф. В составе 60% робусты. За счет этого кофе хорошо тонизирует и позволяет раскрыть вкус напитка. Нотки шоколада, орехов и марципана, цитрусовые, пряные и сахарные сиропы бармен делает сама. Стоимость приятная – от 2,5 до 5 рублей. Обратная связь от посетителей всегда положительная. То есть им нравится, что это хороший сбалансированный вкус, и каких-то негативных комментариев я ни разу не слышала. Нам очень повезло, потому что нам не пришлось как-то подстраиваться под рынок в силу того, что мы всегда делали акцент на том, чтобы у нас была максимально свежая продукция, и, соответственно, мы работали всегда только с белорусскими поставщиками. Молоко сюда поставляет бобруйский филиал бабушкиной крынки. Всегда свежее и качественное. Пирожные, торты и чизкейки от местного кондитера. Ассортимент меняется через день. К тому же здесь можно не только полакомиться сладостями, но и перекусить. Сегодня мы взяли спагетти, карбонару и собу со свининой. Очень понравилось. Вот просто идеальное сочетание и соуса, и соли, и специй. Ну вот универсальный вариант. И ребенок всегда поест, и какао тут тоже очень хорошее. Супы, салаты, закуски и горячее. На любой вкус и кошелек. Повара настоящие волшебники. Каждое блюдо особенное. Приготовлено с душой и из свежих продуктов. Мясо, молоко, фрукты, овощи, зелень обновляются 4 раза в неделю. Свой подход здесь каждому гостю, будто постоянный клиент или турист. А кофе, без сомнений, хватит на всех. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.